И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайк, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной мини-игре и ее прохождению. Сегодня у нас, можно так сказать, финалочка нашей мини-игры, так как дальше я уже, скорее всего, никуда не пройду. Сегодня наша задача забрать последнее устройство с этой мини-игры, сделать свои завершающие, можно так сказать, шаги. И получить самые ценные награды, которые есть в рамках этой мини-игры именно для меня. Если вы ждали этот видеоролик, если вам нравятся видеоролики подобного формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого на 40 рублей в аккаунте кистить личный так темпе. Дальше оформляйте покупочку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашей замечательной мини-игры, то до прохождения золотого контракта мне остается 505 очков, которые мы сегодня вместе с вами быстренько реализуем и получим. Запикаемся в матчмейкинговую катку на моем излюбнейшем вооружении, а именно Крусейдера Страйкере с бустером. На этом вооружении, по сути, я все очки на постоянной основе сейчас и набиваю, так как вакуумные снаряды на страйкер мне супер сильно нравятся. Ну и Крусейдер со спасателем под это все дело смотрится тоже очень и очень замечательно. Поэтому скатаем быструю каточку, может быть, даже не полную. Сейчас посмотрим, как эти очки будут у нас залетать. Если катка у нас продлится целый бой, то я просто сыграю до того периода, как мне нужно будет набрать 500 очей. И, в принципе, на этом мы уже с каточки сможем выходить. Надеюсь на то, что это получится реализовать довольно быстро. Ну и уже мы с вами будем пикать. Вернее, не пикать, а будем проходить нашу замечательную мини-игрушечку. Скажу так, я думал, если честно, что мне придется самому покупать золотой контракт, чтобы пройти эту мини-игру. Но по счастливой случайности, да, по счастливой случайности, компенсация у нас вышла. И в этой компенсации был золотой контрактик. Мне это, честно говоря, очень сильно подмогло. Я, честно говоря, думал, что какую-то энергию просто в компенсацию добавят. Но вместо компенсации разработчики решили просто добавить золотой контракт. В целом, наверное, неплохо, 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 очень неплохо. Учитывая тот факт, что мне этот золотой контракт очень сильно поможет прямо сейчас пройти нашу замечательную мини-игру. Я считаю, что это прям супер круто, что такую возможность добавили в виде компенсации. Поэтому мне это в плюс сработало точно. А может быть, даже и не в плюс один чекпоинт, а может быть, даже в плюс два чекпоинта. Но я, если честно, в два чекпоинта уже особо сильно не то, что даже не верю. Не надеюсь на эти два чекпоинта. Мне они не нужны, ну, по большому счету, да. Главное, это забрать было все устройства с этого ивента. Ну, а на устройство вроде как мы должны уже с этим прохождением тянуть и забирать. Так, вторая точка у нас уже уходит под наш контроль. 160 очков у меня за 2 минуты боя. Напомню, что мне надо 500 очков, чтобы выполнить золотой контрактик. У меня уже появляется оудишечка. Вообще, по идее, мы можем сыграть под контролинг вражеского респауна и уже от вражеского респа зарабатывать большее количество очков. Мне кажется, что это было бы даже поактуальней. Так, от высоты, к сожалению, глубочайшему. Так, здесь можно что-то... Рельсочка какая-то такая супер жесткая на накидочке. Так, с водяночка по мне залетела. Ой, хорошая. Вот это вкусняшечка по оппоненту. Так, и здесь можно чуть-чуть поднакидать. Наши тиммейты уже забирают третью точку. Но здесь, кстати, досрочка может быть спокойно. Может быть спокойно досрочка в рамках этого боя. Верхний угол как-то здесь не прошел. Не понял, как. Прошел здесь урончик. Так, пытаемся здесь накинуть. Отлично. Накидочка срабатывает. Мне там какой-то скорпион в спину спавится. 250 очков. 250 очков за 3,5 минуты мы зарабатываем. То есть, грубо, здесь надо пол каточки мне сыграть, чтобы 500 очков заработать. Если, ну, плюс-минус в таком же темпе мы вместе с вами продолжим.
Что касаемо этого страйкера, я уже 125 видеороликов записывал по нему. Могу в 126-й раз сказать, что... Ну, это просто кайф. Ну, вот это устройство, это то, что на сегодняшний меня момент времени для меня в игре является, ну, наверное, самой важной вещью. То есть, не будь вот этого устройства, мое желание, оно бы сразу же бы делилось на 2, если не на 3. Да? Потому что, ну вот, это устройство мне безумно сильно нравится. И по своей механике, и вы знаете, как я раньше любил дистанционный подрыв. Поэтому, если не будет вот таких устройств интересных в игре на сегодняшний день, то и мой интерес автоматически тоже всегда падает. Да, поэтому вот такие устройства мне лично дают плюс мораль жесткую. И за счет таких устройств хочется заходить, катать матчмейкинг, наваливать контентика, да, поэтому я надеюсь, что в будущем такие устройства еще будут какие-то интересные появляться, да, потому что бывает, мета меняется, бывает что-то балансится, что-то меняется, но вот надеюсь, что это устройство в принципе по балансу никто нерфить не будет, да, и оно на протяжении длительного периода времени будет находиться в таком балансе, что на сегодняшний момент времени, я уже сказал, это, ну, вот просто лучшее устройство, которое... дает нереальный плюс моральчик, когда ты заходишь в игру, когда ты просто вот так вот рядом с танчиком вот так вот леешь, так, бам, вот так вот, оп, щелкнул рядом с танчиком на двойной урон. И уже у тебя совсем другое настроение, да, когда ты вот просто выстрелил такой вот, оп, на танчиком попал, и ты уже такой думаешь, опачки, сюда этот контактичек, сюда эти денежки, и уже на совсем другом настроении начинаешь наваливать. Поэтому я надеюсь, что это устройство точно никто трогать не будет. Так, у меня овердрайв появляется. У меня появляется OUD. Куда-то надо его зарядить. Просто только... Да. Какая-то такая очень... Очень такая позиционочка неприятненькая. Так, здесь противник заезжает. Попробовать отсюда, может, зарядить. Попаду. Сюда я не попаду. Самое шикарное здесь сосулю заряжать с левой стороны, если ты стоишь. И заряжать как раз вот в этот верхний ярус, где противник стоит. Ну ладно, давайте такую зарядим. Хорошенькая на троих залетела. Так, пантер прожимается. Здесь контролинг вражеского спауника пошел. Чуть-чуть. Отвлечение внимания оппонента. 440 очков, 6,5 минут до конца боя. 24 килочка у меня уже имеется. Кстати, на досрочку мы, по ходу дела, не тянем. Сначала вроде как тянули на досрочку. Сейчас я так смотрю по каточке, уже на досрочечку мы не тянем, не тянем. Так, пытаюсь накидать еще что-то. Отлично. Ну, давайте попробуем захватить точку. Не знаю, получится, не получится. Здесь спадейлы какие-то летят, не знаю, в кого они летят. У меня вроде ничего не прилетело. Пока что, по крайней мере. Так, здесь скорпиончику бы попасть, но мне не хватит. Не хватит угла, чтобы накидать по нему. Пытаемся просто закрыться, чтобы по мне сводка не летела. Ну и забираем четвертую точку себе в копилочку. Может, мы ее еще и успеем досрочку сделать. Оп, сосулеточка. Хотела у меня такая красивая залететь, но чуть-чуть отворотика-подворотика сделали. И уже сосулендра не пошла в головешку. 550 очков. Очков мне хватает, но катка такая, что как бы 4-0 ведем. 5 минут до конца. Я думаю, что мы можем сыграть этот бой уже до конца. Да, раз уже на то пошло. Я думаю, что мы можем не ливать с этой катки. Сыграем полностью. Сыграем полный боечек. Заберем денежки дополнительные из каточки. А почему бы и нет? Ну и попробуем сделать еще и досрочку. Да? По идее, досрочечка здесь в рамках такого боя может вполне спокойно залетать. Пятая точка уже сейчас будет. И остается всего лишь две точки для досрочной катки. Так, отлично. Мы успеваем захватить до прожатия Хантера овердрайва. Разряжаем еще Хантера удишку. У Хантера уже овердрайва на следующую точку не будет. А у меня есть овердрайв, который мы можем тоже на реализацию дать. Хорошо, контентово зарядить движушку какую-то. Так, попробуем что-то обускать. Ага, супер, шикарно. Падёть, падёть.
Падёт. Отлично. Так, 4 минутки до конца. Попробуем, ребячки, сейчас заходим. А, опять верхняя точка. Опять верхняя точка. Ну куда эти верхние точки? Куда нам дают эти просто верхние точки? Для чего? Для чего нам эти верхние точки? Чтобы была бы сейчас бы вкусненькая снизу. Это было бы куда лучше. Это было бы куда лучше. Так, ладно. Пытаемся захватить. Пытаемся доработать. Есть у меня Ауди, не забываем. Который, если честно, можно вот так вот прожать было. Но я не успел. Так, наши тиммейты заберут, не заберут шестую. Борьба, Титан, Соло. Титан, Соло. Титан, Соло, бомба только залетает. Ах, ё-моё. Бомбочка залетела, и вся бомбочка всю точку трубила. Если бы, кстати, я успел бы аудишечку прожать, то, скорее всего, бы противник бы не сбил точку. Потому что там аудишка как раз летела по тем оппонентам, которые закатывали наверх. Но, к сожалению, не успел я прожаться, но мы точку все равно заберем. И остается нам еще одна точка до досрочки. Кстати, на этой карте вообще, если честно, самое сложное это забрать верхнюю точку. То есть, если ты верхнюю точку можешь забрать у оппонента, значит, твоя команда уже где-то, ну, в раза два, может даже в 2.5 сильнее, чем команда оппонента. Потому что, чтобы забрать верхнюю точку, тебе надо перестреливать оппонента, который стоит у себя на респах, потому что зона максимально открытая. И если ты можешь наверху перестрелять противника, то любая вот из этих нижних точек захватывается прям супер легко. Это всегда работает на таких картах, где есть верхние точки, что на шоссе, что на магистрали. Эта схема работает. Так что забираем последнюю точку, ластовую. Забираем эти денежки. Ну и мне надо было заработать 500 очков, я заработал практически 900. Практически 900 очков зарабатываем. Шикарная каточка, шикарная реализация нашего вооружения. 37 на 12. Вообще супер. Да, идеально катка бы подошла бы вообще бы под реализацию вооружения. Но сегодня у нас не только реализация вооружения, но и контрактичек. Так, забираем мы соточку нашей замечательной энергии. Ну и давайте еще, перед тем, как я буду ходить, поставим вам цель. Если набирается 100 лайков на этом видосе, даже давайте не 100, 123. 123 лайка. Если мы набираем 123 лайка, то я потею и прохожу до 6 чекпоинта. Вернее, не до 6, а до какого? А, ну да, до 6. До 6 чекпоинта. То есть до того чекпоинта, который я, ну, уже особо сильно не планирую даже получать. Задача в этой мини-игре изначально, когда она только появилась, у меня было пройти 5 чекпоинт. Если 123 набираем, тушу жестко до 6 чека. В принципе, по времени. Сколько у нас там дней еще остается? Ну, 3 дня запотеть можно. Запотеть можно. Потратить танкончики, ворвать в эти денежки. Поэтому, если интересик есть, 123 лайка. Набираем. И делаем контактик. Ну, понятное дело, за сутки. 123 лайка с момента выхода видеоролика. Так, все, полетели, ребячки. Плюс 1. У меня 117, короче, ходов. 17 ходов, если честно, я вроде как считал, 17 ходов не хватает даже при самых плохих раскладах в рамках этой мини-игры. Вроде как так, или 18 мне надо было. Ну ладно, я не помню точно сколько было. Но полетели, щупаем, смотрим. Вроде не откидывает, соответственно, уже мне точно хватает. 64, ну здесь меня откинуло, ничего страшного, уже там две планеты остается. На плюс 2, отлично. Шикарно, забираем деньги. Еще плюс 1, 400 припасов. Нормально, там уже, кстати, припасов насыпают. 4 ультрика на ход ноги. Так, и у меня еще остается на 4 хода целых. Ничего себе. Опача! 35 обычных, 16 ультра, 12 ядерок, 400 припасов каждого. Плюс ключ и плюс то самое заветное устройство на вулкан, которое я, если честно, очень сильно хотел получить на основном аккаунте. Соответственно, если интересик есть, мы это устройство тоже на видос можем дать. Тоже можем реализовать, потому что, ну, как я уже говорил, это устройство смотрится реально очень и очень круто. Ну и, возможно,
Наверное, даже невозможно. Наверное, точно это лучшее устройство на сегодняшний момент времени на пушку Вулкан. Так, забираем призы. Забираем еще и один скин-ключик. Да, дополнительный. Так, ну и делаем ходы. Кстати, у меня было... Сколько получается? В плюс один даже по ходам у меня. 71 планета за 70-й ход. Прикольно. То есть у меня даже в рамках этой мини-игры даже идет лучший результат, чем относительно ходов. Это круто. Итого, мы останавливаемся на 73-й планете за 72 хода. И при самых худших раскладах мне надо сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 и 8, 210 энергии. При самых худших раскладах 210 энергии мне необходимо, чтобы... дойти до 86-го вот этого замечательного чекпоинта. То есть два золотых контрактика. Два золотых контрактика, и можно это все дело забрать. Если интересик есть, как я уже сказал, 123-ку набираем. Поддерживаем данный видос лайком, подписываемся на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Присоединяемся в дискордичку. У меня уже на сегодняшний момент времени 5 легендарных ключей. 1000, кстати, уже 80 ультриков. У меня накопилось, да, это значит, что, возможно, скоро будет легендарнейшее открытие ультракантов, но желательно, чтобы в них появилось что-то интересное, потому что пока что, если честно, ничего такого сверхинтересного я там не видел. Поэтому поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!